Здравствуйте, друзья и гости, с вами Елена. Как приготовить маринованные шампиньоны? Очень быстро и просто. Покупайте свежие грибы без пятен и гнили, не скользкие и лучше мелкие. Чистить их не нужно, только достаточно помыть. Крупные грибы нужно чистить. Подготовим все ингредиенты по списку. Грибы моем, заливаем водой, кладем соль и сахар и ставим на огонь. Доводим до кипения и добавляем все специи. Чеснок нарезаем. Варим на медленном огне 10-15 минут. Добавляем уксус и раскладываем грибы в стерильные банки. Убираем на хранение. Такие грибы можно хранить не в холодильнике. Через сутки их можно уже есть. Грибочки получаются вкусные. Приготовьте по этому рецепту, очень хорошо их подавать в картошечке. Если понравился рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик. А сегодня до свидания.